Руководителя учреждения Литвинцева и главного инженера Выжлова обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Заместитель директора Майоров выступал посредником всех махинаций. Нечистая на руку троица была задержана в конце 2016 года. На протяжении нескольких лет преступники предлагали строительным компаниям выгодные подряды, а в награду получали проценты от контрактов. Доказано, что в период с марта 2014 по май 2016 года обвиняемые достигли соглашения с взяткодателями на получение откатов на общую сумму более 50 миллионов рублей, но успели получить лишь часть взяток на сумму около 18,5 миллионов рублей. Теперь фигурантам дела придется привыкать к более скромной жизни. Литвинцеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 60 миллионов рублей. К тому же его лишили медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Выжлов проведет за решеткой 11,5 лет и заплатит штраф 24 миллиона.